Виктория на 28-й неделе беременности. Когда пришла в женскую консультацию, ей поставили диагноз – отягощенный акушерский анамнез. У нее высокий риск преждевременных родов. В консультации посоветовали обратиться в кабинет по невынашиванию, который открылся в центре ДАР. Когда я пришла с результатами своих анализов, ЭКГ, доктор посмотрела и предложила мне госпитализацию, чтобы более тщательно наблюдать, проводить КТГ, вот УЗИ побольше. Специалисты ДАРа говорят, преждевременные роды – самая актуальная проблема для акушеров всего мира. В Алтайском крае за прошлый год больше 7% детей появились раньше назначенного срока. Именно такие младенцы чаще других попадают в статистику по ранней детской смертности. Поэтому в центре уверены, с женщинами, которые входят в группу риска с угрозой преждевременных родов, необходимо работать. В первую очередь в женских консультациях должны обратить внимание на уже бывшие прежде выкидыши, преждевременные роды и многие другие патологии. Эти женщины дается направление, это консультации бесплатные, то есть и женщина приходит, составляется индивидуальный план ведения, то есть и производится ее как бы во время беременности составляется план, либо идет профилактическая, то есть направленность лечения, либо уже если выявляется во время беременности непосредственно изменения, то уже лечебные мероприятия. В этом отделении пока работают только с беременными, но планируют проводить и предродовые наблюдения и консультации, ведь это самый эффективный способ предусмотреть и по возможности устранить проблемы, которые открываются на стадии беременности. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.